Господь благословит свое слово. Давайте откроем Евангелие от Матвея, глава 5. Мы продолжаем Нагорную проповедь. Евангелие от Матвея, глава 5, 17 стиха. Давайте мы встанем и почтим Слово Божие. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Аминь. Отец наш Небесный, просим Тебя, благослови, Господи, Твое Слово, благослови сердца наши, чтобы они были действительно чуткими к Твоим истинам и позволяли Твоему Слову, Духу Твоему Святому преображать нас изнутри, Господь, чтобы наша праведность действительно проявлялась по-настоящему, как Ты того хочешь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Займите ваши места, пожалуйста. Сегодня моя проповедь перекликается как-то с словом, которое брат Виктор делился, тоже про закон Божий, про Слово Божие. Кто читал Евангелие от Матвея, то вы, наверное, заметили, что в конце главы Евангелия от Матвея, когда Иисус закончил свою Нагорную проповедь, то написано, что люди удивлялись Его учению. Это потому, что он учил не так, как религиозные лидеры того времени, как книжники и фарисеи, но он написано, что учил людей как власть имеющий. То есть никто до Христа больше так не учил. Все раввины, все книжники, фарисеи, пророки, все, когда начинали свою речь, они всегда говорили: «Так написано в Писании», или «Так говорит Господь». Да? Так же мы, когда проповедуем, говорим, так написано в Писании. Да? Но Иисус всегда, часто свою речь начинал по-другому. Он говорил: «Вы слышали, что сказано древним, а я вам говорю». То есть он говорил со властью, то есть он говорил, как от себя говорил. Да? Поэтому часто вот это отношение его к закону Божьему, к Слову Божьему, вызывало недоумение и удивление у людей. И у них появлялись вопросы, да, кто это такой? Никто до него так не говорил, никто до него так не трактовал закон, никто так до него не толковал его. Не собирается ли он отменить закон Божий? Возникали такие вопросы. Не собирается ли он отменить закон Божий? Но так не может быть. Если он Мессия, то он должен быть самым великим праведником. Но если он самый великий праведник, у него должно быть очень трепетное и очень уважительное отношение к закону Божьему. Он должен ратовать за то, чтобы закон Божий должен исполняться, как мы этого читали в 18-м псалме. Вот наши книжники, наши фарисеи, посмотрите на них, они соблюдают строго субботу, они два раза в неделю постятся, они дают десятину, они соблюдают в точности все закон. Вот это мы понимаем праведники. Но Иисус как-то по-другому все говорит, все делает. Может, он действительно хочет отменить закон Божий? Они себе задавали такие вопросы, и вы помните, часто его и обвиняли в этом. Они думали, может быть, наконец-то снимется бремя закона и наступит время благодати, когда не нужно будет исполнять закон Божий. А когда просто Дух Божий как нас поведет, так мы и будем жить. Может быть, он все законы сведет к одному, что нужно любить Бога и ближнего, и если я никому не мешаю, то могу жить так, как я хочу, главное, чтобы я людей вокруг себя любил. Потому что соблюдать закон Божий – это законничество, это плохо, а вот отсутствие закона – это благодать, поэтому это хорошо. Вам вообще знаком такой подход? Вы слышали такое сегодня? Да, это очень часто нужно услышать, да. Необходимо ли сегодня нам соблюдать, исполнять закон Божий? Требует ли Бог от людей, от христиан соблюдения Его закона?
какие последствия исполнения либо неисполнения закона Божьего. И как соблюдение закона Божьего связано с доступом в Царство Небесное. Это очень важные вопросы, согласитесь. Если это как-то связано с Царством Божьим, то это очень важные вопросы. И с Божьей помощью давайте мы посмотрим, какие Библия дает ответы на эти вопросы. И нам не нужно долго искать ответ. Посмотрите, что говорит Иисус. Мы только что с вами прочитали. Отношение Иисуса к закону Божьему. Чтобы отсеять разного рода предположения, мнения, толкования, учения, с самого начала своего служения заявил о своем отношении к закону Божьему. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Вот подумайте, о чем вам говорит выражение «не думайте». Даже не думайте. То есть не то, чтобы вести разговоры, споры, толкования разные. Вообще не смейте даже думать, я не пришел нарушить закон и пророков, но я пришел его исполнить. Более того, посмотрите, Иисус говорит, что сколько времени будет существовать небо и земля, это ни одна иота или ни одна черта из закона не перестанет быть. То есть не закончит свою актуальность закон Божий. Иота – это самая маленькая буква в еврейском алфавите. Знаете, эти странные буквы в еврейском алфавите, там вот одна из них самая маленькая – это иота, а черта – это там какая-то вообще закорючка такая, которая отличает одну букву от другой. Ну, допустим, буква «ша» от буквы «ща» русские. Они иногда без очков вообще сложно их отличить, да? Вот смотрите, Иисус говорит, что ни одна такая черточка не пройдет, пока все не исполнится. То есть закон Божий актуален. Что хочет сказать Иисус? Он говорит, хочет передать нам идею важности, актуальности и обязательности закона Божьего до тех пор, пока существует эта земля. Я так понимаю здесь, да? Пока все не исполнится. Пока не исполнится самая-самая последняя буква из книги Откровения. Кто помнит, чем заканчивается книга Откровения, да? Что имеет в виду Иисус, когда говорит здесь про закон, и что он пришел его исполнять? Под выражением «закон и пророки» тогда люди понимали Священное Писание. То есть Ветхий Завет. Весь Ветхий Завет, да. То есть когда Христос произнес эти слова, все понимали, что Он говорит о Ветхом Завете, который включал в себе весь закон Божий, истолкованный пророками и другими богодухновенными авторами. И давайте разберемся сначала, что имеет в виду Писание, когда говорит о законе Божьем. Он состоял из трех частей. Первый – это моральный закон или нравственный закон. Моральный закон или нравственный закон, который основывается на чем? Самое главное, что было? 10 заповедей. Вы помните, 10 заповедей. «Не убивай, не кради, не прелюбодействуй, не произноси ложного свидетельства, не желай ничего ближнего своего» и другие моральные нормы, которые предписывали поведение, но как должен вести себя народ Божий. Это моральный закон или нравственный закон. Христос исполнил в точности, мы сегодня пели пение в самом начале, да? Христос исполнил в точности моральный закон. Это никому никогда не удалось. Не удается и не удастся. Он один, единственный, который пришел, чтобы исполнить в точности моральный закон, в совершенстве. Он следовал всем заповедям, соблюдал все требования, жил согласно всем нормам. То есть первая часть закона Божьего – это моральный закон, которого Христос исполнил в своей жизни. Другая часть закона – это гражданский закон. Это разные правила, относящиеся к земледелию, урегулирование споров, питание, одежда и так далее. То есть то, как должно было жить общество еврейское в ветхозаветное время, как оно функционировало. Но также эти правила должны были выделять народ Божий как особенный народ от других народов мира. То есть как избранный народ Божий. Да? Христос исполнил этот закон. Потому что на кресте своей смерти Иисус исполнил
Иисус разрушил преграду, которая стояла между язычниками и евреями. И с тех пор существует только один народ Божий, это Церковь Божия, которая включает в себя и евреев, и молдаван, и арабов, и русских, и украинцев. Поэтому Христос исполнил и этот закон. И третья часть закона – это обрядовый закон или ритуальный закон. И этот ритуальный или обрядовый закон, он определял порядок поклонения Богу. И основной элемент поклонения было жертвоприношение. И Христос исполнил и этот закон, потому что Он принес себя в жертву окончательно за грехи всего мира, и с тех пор не нужны уже жертвы другие, как только жертва Христа, каждый, кто принимает ее. Христос исполнил и этот закон, и Он прекратил свое действие также на кресте Голгофском, когда Христос это исполнил. Также во Христе исполнились все пророчества, которые указывали на первое пришествие Мессии. Потому что все Писание указывает на Христа. Помните в Евангелии от Луки в конце, когда два ученика следовали в Эммаус и встретили Иисуса поначалу, они его не узнали, потом Бог открыл им глаза, и он говорит: «Во мне? Вы же разве не читали Писание, что все Писание говорит о мне?» Но еще должны исполниться в будущем пророчества. Кульминация – это второе пришествие, новая земля, новые небеса, на которые искупленный народ Божий будет вечность проводить с Царем, и там будет очень-очень интересно. Но до тех пор, дорогие друзья, о каком законе говорит Иисус, что Он продолжает действовать? Что продолжает Бог требовать от людей по-прежнему? Какой закон имеет в виду Христос, когда говорит: «Доколе не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет». Иисус говорит о моральном законе, братья и сестры, дорогие друзья. Иисус говорит о моральном законе, о нравственном законе. Гражданские и ритуальные законы, они исполнились во Христе и уже не нужны. Но моральный закон никто не отменил, он по-прежнему актуален. Для учеников, так и для всех людей. Более того, в учении Христа, когда мы читаем все учение Христа и потом Новый Завет, мы видим, что этот моральный закон получил свое развитие, даже углубление. Божий нравственный закон не может быть отменен, потому что он отражает характер кого? Бога. Нравственный закон отражает характер Бога, праведность Бога. Поэтому он не может быть отменен. Столько времени, сколько будет земля, он будет обязательным. Он даже обязательный в вечности. Там просто никому и в голову не придет закон нарушать, не нарушать. Это будет наша суть, это будет наша природа, потому что такой Бог. Никто его не отменил. Как Бог соблюдает и исполняет свой моральный закон, вы согласны, что Бог праведный Бог, абсолютный праведный Бог, и Он как исполняет и соблюдает свой нравственный закон, то же самое Он требует от людей, от всех людей, кстати, не только от верующих, от всех людей. Если вы неверующий человек, то Бог будет взыскивать с вас согласно Его нравственному закону. Вы должны соответствовать Его нравственному закону, чтобы Он вас пустил на небеса. Подумайте, в вашем доме кто устанавливает правила? Вот вы или ваши дети? Конечно, родители устанавливают правила. То, как там, как должно все взаимодействовать, как должно все быть. Мы, родители, устанавливаем правила, и наши дети должны жить по правилам, которые мы установили. Даже наши гости, друзья, когда приходят, даже теща, когда приходит, она должна подчиняться нашим правилам. Когда мы к ней идем, мы должны подчиняться ее правилам. Подумайте, мы живем в мире, который кто создал? Бог. Это не наш мир, не мы его создали, чтобы мы устанавливали правила. Бог создал мир, поместил нас в этом мире, и Он говорит: вот так функционирует мой нравственный закон, пожалуйста, соблюдайте его. Например, Христос не сказал, если мы дальше смотрим, Христос не сказал: вы слышали, что сказано древним: не убивай, я вам говорю, убивайте. Нет, Он такое не говорил. Он говорит: а вот как. И на самом деле то, что следует после этих слов, после 20 стиха, до конца 7 главы, оно об этом. Об этом. И мы с вами будем это об этом говорить. Да? По-прежнему действует нравственный закон касательно гендерных отношений. Никто не отменял закон, который Бог установил, что мужчина должен увлечь женщину, женщину мужчине. Никто не отменил. Если вы говорите, что закон отменен Божий и никакой закон не действует, то нам нечего упрекать людям, которые говорят, что «а надо любить». Конечно, надо любить, но есть нравственный закон.
И он включает любовь, и он из любви исходит. Для детей по-прежнему действует закон почитать отца и мать. Действует этот закон? Конечно. И для родителей действует, продолжает действовать нравственный закон, что детей нужно дисциплинировать. Не потому, не настолько, чтобы они угождали вам, а потому, что так Бог определил. Это его нравственный закон. Греховная человеческая природа не терпит запретов и требований. Нам никому не нравятся требования, запреты, потому что ну, мы своевольные, своенравные, свободолюбивые. Кстати, свобода – это один из самых почитаемых идолов нашего общества. Вы согласны, да? То есть свобода – это очень-очень почитаемый, глубоко чтимый идол нашего общества. Да? Вы слышали когда-нибудь вот такое выражение? Бог создал человека свободным. Но это очень часто. И в этом, я думаю, что в этом есть доля правды, но только доля. Я думаю, что правильнее будет сказать, что Бог создал человека зависимым от Него. Скорее, человек создал Бога зависимым от Него, а не свободным. А когда человек ослушался, чтобы получить свободу, стал ли он свободным? Нет, он стал рабом греха. Потому что кому ты подчиняешься, тому и раб. Человек хотел стать свободным, но он стал, наоборот, рабом. Но Бог создал его, чтобы он был от него зависимым и отражал характер праведности Божией. И этот любящий небесный Отец установил закон, который отражает праведность и святость его. Отношение к закону, посмотрите, отношение к закону дальше, влечет за собой серьезные последствия, имеет прямое отношение к Царству Небесному. 19 стих. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Вот оно последствие. А кто сотворит и научит, кто сотворит, кто исполнит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Что мы видим? Мы видим, что между законом Божиим и Царством Небесным есть прямая связь. Между законом нравственным и Царством Небесным есть прямая связь. Иисус говорит, что нарушение самых маленьких нравственных норм, а тем более научить других еще об этом, влияет на наше положение в Царстве Небесном. На самом деле, все заповеди одинаково важны, но есть некоторые, которые, повеления, которые важнее других, да. Но Христос то, что хочет здесь передать, мысль такую, что не следует пренебрегать никакой абсолютно нравственной нормой. Вы не можете, например, говорить, что я не буду красть миллион, я буду красть только 100 лей. Вы понимаете, что корень и кражи миллиона, и корень и кражи 100 лей один и тот же, это алчность. И, возможно, вы просто не крадете миллион, потому что нет такой возможности. Да, или, может, способности. Да, то есть Христос хочет сказать, что хоть малейшее нарушение нравственного закона, оно имеет последствия. Пренебрежение, отношение к самой малейшей заповеди будет для нас иметь последствия, и вы будете наименьшими в Царстве Небесном. Конечно, эта речь касается, речь идет об искупленных, о верующих людей. Потому что неверующие люди, они не войдут в Царство Небесное, независимо от того, нарушили они маленькую или большую, они за то, что не уверовали в Христа, не могут войти в Царство Небесное. И наоборот, посмотрите, если вы будете бережно и трепетно относиться к заповедям Божьим и других учить также относиться, Бог в долгу не останется. Он говорит, что вы будете наибольшим в Царстве Небесном. То есть награда. Помните, 18-й псалом, брат Виктор говорил о награде. И опять же хочу привести пример семьи. Знаете, мы учим наших детей какому-то правильному поведению. Но мы же не просто их учим правильному поведению, мы своим собственным примером хотим показать, как они должны это поведение воплощать, как это должно выглядеть. Конечно, это действует до тех пор, пока мы не говорим одно, а сами делаем другое. Если на самом деле мы одно говорим нашим детям, а сами поступаем по-другому, то когда дети наши подрастут,
они скажут: мама, папа, знаете, мне вот эта ваша религия показная совсем-совсем не нужна. Я не хочу быть фарисеем, не хочу быть старшим братом. Я скорее буду мытарем, буду младшим братом. Если мы не живем то, что мы говорим нашим детям, если мы не показываем пример нашим детям. Но если мы последовательны и честны с нашими детьми, то уча наших детей своим собственным примером, мы можем требовать от них, чтобы они выполняли то, к чему мы их призываем. И мы можем поощрять их, и мы поощряем их, чтобы они, когда они исполняют, ну, когда они ведут себя подобающим образом. Тем более наш любящий отец говорит, что если мы будем исполнять нравственный закон, он в долгу не останется. Он говорит о награде. Он говорит о том, что обязательно будет награда. И он не просто говорит о награде, он показал пример. Подумайте о Христе. Христос говорит: я не пришел нарушить. Если сам Христос не нарушил заповеди и не нарушил нравственный закон, то какое есть у нас право его нарушать? Можем ли мы его нарушать без каких-либо последствий? Конечно, Бог нам не открыл многое о награде, да, но будьте уверены, что эту награду вы не потеряете. Посмотрите, открой, пожалуйста, 2 Тимофея, 4 глава, 7 и 8 стих. Под конец своего служения апостол Павел ожидал уже смертного приговора, и он писал своему ученику Тимофею. Посмотрите, что он пишет. 2 Тимофея, 4 глава, 7 и 8 стих. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Посмотрите, два очень важных выражения. Венец правды, который приготовил Бог всем своим детям, любящим Его. Вот все, кто принадлежат Христу, у них будет венец правды. И посмотрите выражение «праведный судья». Слово «правда» и «праведный» имеют один и тот же корень. В греческом «дикайос», то есть «праведный». Бог является праведным Богом, и Его праведность выражена в Его нравственном законе. Когда вы исполняете Его нравственный закон, Он говорит, что вас ждет венец правды. Бог нам многое не открыл, что это за венец правды, но это что-то невероятно прекрасное, потому что Он ради этого пришел на землю, чтобы даровать вам венец правды. Венец правды. И мы переходим к последнему пункту проповеди, и это главная ее часть. Кстати, я назвал свою проповедь «Превосходящая праведность», потому что то, что сейчас я буду говорить, это, наверное, самая важная идея, которую мы должны сегодня извлечь из Слова Божьего. Посмотрите 20 стих. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Это очень серьезные слова. На самом деле, это ключевой стих Нагорной проповеди. Есть еще один стих. Вот если вы, когда Христос заканчивает пятую главу, посмотрите, пятая глава, 48. Откройте 5:48. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Два ключевых стиха Нагорной проповеди. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Если праведность ваша не превзойдет праведность книжников и фарисеев. Вы знаете, когда мы слышим эти слова, то хочешь не хочешь, на ум приходит вопрос, который задали ученики. Помните, ученики задали вопрос Христу: а кто же может спастись? Вот когда ты видишь это, ты понимаешь, что это тебя приводит в тупик, такой высокий стандарт Божий, что, Господи, как же, мне бы хотя бы малейшим быть в Царстве Небесном, хотя бы где-то там на окраине, но в Царстве Небесном.
не вне его, потому что вне Царства Небесного, что есть, кстати, сегодня говорили тоже, вечная погибель. Нам всем хочется попасть в Царство Небесное, нам всем хочется иметь спасение. Потому что вне Царства Небесного нету просто ничего, нету просто я растворился во Вселенной, просто ушел в небытие. Слышали такое выражение? Ушел в небытие? Нет. Бытие продолжается. И продолжается оно в зависимости от вашей праведности. И мы посмотрим, как эта праведность осуществляется. И, конечно, мы обращаемся к Богу и спрашиваем: Господи, кто же тогда может спастись? И у Христа такой же ответ, который был, когда Он ответил ученикам Своим. Людям это невозможно. Богу же возможно. Итак, нам нужно понять, кто такие книжники и фарисеи, чтобы понимать, чью праведность мы должны превзойти. Кто такие книжники и фарисеи? Что у них за праведность была такая, которая не угодна Христу, не принимает он ее? Он говорит, она недостаточна для того, чтобы войти в Царство Небесное. И, наконец, что такое праведность, которая превосходит праведность книжников и фарисеев? И как обрести эту праведность, которая она превосходит праведность книжников и фарисеев? Несколько слов об этих двух уважаемых еврейским обществом людях, книжники и фарисеи. Ну, просто мы видим, всегда нарицательно Христос говорит, на самом деле это были уважаемые люди. Это были, и даже сам Христос, если приводит их в пример сравнительный, да, он говорит, что они что-то там имеют. Книжники на еврейском сафиримы или на греческом грамматеус, грамматеи. Слышали? Грамматеи. На греческом грамматеус. Это еврейские богословы, юристы, они придерживались буквального толкования закона. Они буквально толковали и строго следовали всем предписаниям. Они также, смотрите внимательно, они также переписывали книги священного писания. Тогда не было типографии, они очень-очень-очень трепетно относились к тому, чтобы переписывать без всяких ошибок, да? Это были уважаемые люди. Фарисеи на еврейском «перушим» значит «отделившиеся». Это люди, которые отделились от основной массы народа, потому что они, опять же, строго-строго соблюдали закон. Появились как реакция на проникновение греческой культуры в иудаизме, и они сказали: нет, мы не хотим так, мы хотим чтить закон Божий. Они, кстати, положили основы того, что сегодня мы называем ортодоксальной иудеей. Вы видели, да? Эти. Вот они оттуда произошли, от фарисеев. Простые люди симпатизировали им, прислушивались к их мнению и считали их праведниками. Вы знаете, исследователи истории говорят, что тогда в еврейском народе была пословица: если на небо попадут только двое человек, то один из них будет фарисеем, а другой книжником. Понимаете, да? То есть это серьезно. Отношения, почитания этих людей, да. Это были уважаемые члены, у них было очень много положительных качеств. И в глазах людей они были эталоном праведности. Да? Но с их праведностью было что-то не так. Что-то с их праведностью было что-то не так. И мы в Евангелиях читаем, как Христос часто их обличал. И просто хочу один отрывок, чтобы мы посмотрели и извлекли несколько истин из него. Матвея, опять же, Евангелие от Матвея, 23 глава. С 25 по 28 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». Представляете, как непопулярно это все прозвучало о людях, у которых было мнение, что они праведники.
окрашенные гробы, полные мертвых костей и всякой нечистоты. Вы знаете, для еврея вообще было, ну, считалось нечистым прикасаться к трупу, к, ну, к мертвому человеку, потому что это нечисто было, нужно там было мыться до вечера, что-то еще делать, потом не заходить в храм и так далее. То есть это было очень... А тут Христос говорит, что вот эта нечистота, вот эта трупная нечистота, образно говоря, она находится прямо внутри вас. Это был шок для них, наверное. Это был шок. И говорит, и праведность ихняя только кажущаяся, то есть праведность показная, эгоистичная. Да? И когда мы смотрим на горную проповедь, мы видим вот эти противопоставления Христа. Говорит, а вот как, а вот как нужно. Например, они не убивали никого, да? Но в своем сердце они гневались на людей. Представляете, они гневались на людей. Иногда их гнев вылазил наружу, и они могли обозвать человека пустоголовым, рака. Пустоголовый, ну, понимаете, да? Они ходили регулярно по субботам в синагогу, где читался закон Божий, и они слушали его и размышляли, учили других. Также они ходили в храм, приносили жертвы, как требовал закон, но они были в ссоре с окружающими и часто не примирялись годами. Но при этом приходили в синагогу или в храм, там пели, молились, слушали слово, учили другие. Или, например, они не изменяли своей жене, но в своем сердце там целый гарем был. Представляете? Они были хорошими семьянинами, но если вдруг что-то им не нравилось в жене, то они разводились. Говорю, они сошлись с характером и просто развелись. Или мне что-то не понравилось. Понимаете, да? Они делали добрые дела с целью, чтобы им тоже обратно так же люди делали добро. Негодяи. А когда им делали обратно добро, они обижали, не делали добро, они обижались на людей, что люди не делают им добро обратно. Они также были большими ценителями соблюдения закона и обладали очень и очень большой такой особой проницательностью. Особенно они замечали грехи других людей. Сегодня, кстати, тоже говорилось об этом. Как-то вот Бог вот так сделал. То есть они замечали грехи других людей, постоянно делали замечания, причем свои они не замечали. Они также являлись строгими последователями различных религиозных ритуалов. Омовение рук и так далее. Преданий, традиций. И никак не хотели отказаться от них. Они говорили, что это наши предания. Это религия наших родителей, наших предков. И мы не будем изменять своей религии. Поэтому они отвергли Иисуса Христа. Они не принимали Иисуса Христа. Они были хорошими семьянинами, заботились о своей семье, любили своих домашних, своих единоверцах, людей своей национальности. А тех, которые отличались от них, они недолюбливали. Врагов вообще они проклинали. И так далее, и тому подобное. Вы понимаете, да? Что это за фарисеи и книжники? Вам кажется вообще как? Вот, далека от реальности вот такая праведность. Вы знаете, друзья, я не знаю, как вы. Но когда я смотрю в свете Слова Божьего, когда я смотрю в свое сердце и на свою жизнь, я понимаю, что многое из жизни этих книжников и фарисеев очень присутствует в моей жизни. Если мы честно заглянем, если мы не будем сравнивать себя с другими людьми, если мы будем сравнивать себя с законом, нравственным законом Божьим, то мы точно увидим себя скорее в этих книжниках и фарисеях. Послушайте, что Христос говорит. Если у вас такая праведность, как у книжников и фарисеев, то в Царство Небесное вы не найдете, не войдете. Почему? Потому что это поверхностная, эгоистичная, показная и не исходящая из сердца праведность. А Бог смотрит на сердце. И Бог хочет, чтобы эта праведность исходила из сердца. Ваша праведность должна соответствовать моему нравственному закону. Должна превзойти праведность книжников и фарисеев. Господи, это невозможно. Господь, я не могу, я не могу, вообще, кому это возможно? И Христос говорит, да, возможно, посмотри пункт 1.
Давайте вернемся к 17 стиху. Это «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел, но исполнить я пришел». Друзья, братья и сестры, то, что никому не было возможно, и сегодня кому ничего не удается, в точности исполнить нравственный закон, это сделал единственный, кто мог сделать, это Сын Божий, который стал человеком. Он исполнил весь закон за нас с вами. Посмотрите, как об этом написано во втором послании к Коринфянам. 2 Коринфянам, 5 глава, 21 стих. На самом деле, этот стих – это сердце Евангелия. 2 Коринфянам, 5, 21. «Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом». Сын Божий, который является Богом, принял на Себя человеческую плоть. Он пришел в этот мир, как человек, как мы с вами. Бог воплотил. И прожил свою недолгую жизнь в 33 года без греха. Он единственный, который ни разу не согрешил. Все мысли Его были праведными мыслями. Все дела Его были праведными делами. Все цели Его были праведными целями. Все, что нужно было сделать, Он сделал. Все, что не надо было делать, Он не делал. Он совершенная праведность, Он абсолютная праведность. Он исполнил весь нравственный закон в совершенстве. За нас и вместо нас. Но Христос также исполнил и обрядовый закон, и принес Себя в жертву, чтобы мы не понесли наказание за нашу невозможность и наше нежелание исполнить нравственный закон. Мы с вами не можем полностью это сделать. Мы не можем, мы не в состоянии. И каждый из нас, если... Друзья, если честно, то каждый из нас, кто старался это сделать, пришел в такую точку, когда, как апостол Павел воскликнул, «Кто может меня избавить от тела этого смертного?» Можете, если вы там увидите? Да, займите, пожалуйста, место. Спасибо. Помните, Павел говорит, «Бедный я человек, кто меня избавит от всего тела смерти?» Или ученики, которые спросили Христа, возможно ли это человеку? Возможно ли вообще спастись? Как возможно? Христом возможно. Мы сделались, друзья, праведными перед Богом благодаря Его жертве за наш грех. Вот наша праведность. Вот наша праведность, через которую мы войдем в небеса. Вот наша праведность, которая нас спасает. Праведность Христа. Вот наша превосходящая праведность книжников. Сами по себе мы не в состоянии превосходить. Но Христос в состоянии сделал это. Вы знаете, кто-то может сказать, ну я не такой уж и плохой. Но посмотрите внимательно. Никто не говорит, что вам нужно быть самым плохим, чтобы вы не вошли в Царство Небесное. Вам нужно не быть самым хорошим. А самым хорошим вы не являетесь. И никто из нас не является. Один Христос. Именно поэтому только Его абсолютная праведность может нас ввести в Царство Божие. Что же от нас требуется? Покаяться. Христос сегодня обращается, как всегда обращался ко всем людям. Покаяться. Покаяться в том, что мы не исполнили нравственный закон. Покаяться в том, что мы лицемерили, поверхностно исполняли нравственный закон, небрежно, из каких-то эгоистичных целей. Признать другими словами, что ты нищий духом, и нуждаешься в благодати Божией. Вот, что ожидает Христос от нас. Скажи, Господь, я верю, что Ты умер за меня. Я верю, Господь, что я не могу и не смог исполнить Твой закон, но Ты его исполнил. Прости мои грехи, Господь, и прими меня, сделай меня Твоим детем. Я хочу войти в Царство Небесное. Я хочу, чтобы не своей праведностью, которая как запачканная одежда, в Ветхом Завете говорится, хочу через Твою праведность, через веру в Тебя. И Господь говорит, что Он тогда, тем, которые каются, Он вменяет праведность Христа. То есть Он смотрит на вас, вы грешник, но Бог говорит, потому что Христос умер за тебя, потому что Его праведность, поэтому я тебя вижу праведным. И это единственное, которое могу я принять, говорит Бог.
Это единственное, что удовлетворяет мою праведность, мою святость, мой закон нравственный. Кто-то может сказать, вот так, теперь можно не исполнять заповеди, потому что, в конце концов, праведность Христа, и можно так жить. Друзья, если вы действительно так думаете и так живете, если то, что сделал для вас Иисус, то, что Он пришел ради вас и прожил жизнь без греха, то, что Он умер на кресте за вас, если это вас не трогает, если это вас не цепляет, если это вас не побуждает к тому, чтобы из любви к Нему исполнять нравственный закон, соблюдать нравственный закон Божий, то значит с вашей праведностью что-то не так, и вы ее не получили. И вам нужно по-настоящему покаяться и принять праведность Христа. Если тогда, когда вы не желаете жить так, как Бог хочет, чтобы мы жили, и не взывайте к Богу, чтобы Он вам помог. Если у вас нету этого, то означает, что сегодня точно время, когда вам нужно покаяться. И те, которые обращаются к Богу, и те, которым Бог дает новую природу, Бог еще что-то делает. Он не просто вменяет праведность, Он еще и прививает, как прививку делает. Он прививает праведность Христа. Знаете как? В пророке Иезекииле, Иеремии сказано, что «Я напишу, я дам им новое сердце, я дам им Духа Своего, я напишу мой закон на скрижалях их сердца». Бог дает Духа Святого, Бог пишет свой закон на сердце, который побуждает нас из любви к Нему жить так, как Ему угодно. И посмотрите, все остальное, все, что говорит Христос после этих слов, и до конца 7 главы, как я уже говорил, все это о превосходящей праведности Христа и о превосходящей праведности христианина. И с Божьей помощью мы будем в последующих проповедях об этом говорить и вместе учиться этому. Друзья, братья и сестры, когда мы исполняем закон Божий от преображенного сердца, изнутри наружу. Когда мы исполняем его не потому, чтобы спастись, потому что мы не спасаемся законом, а потому что мы уже спасены и потому что в нас уже живет Дух Святой. Это означает превосходящая праведность фарисеев, которая превосходит фарисеев и книжников. Потому что закон Божий уже написан Духом Святым в нашем сердце. Вы знаете, в заключение хочу... Помните, мы вначале начинали с вопросов, должны мы исполнять закон Божий или не должны исполнять закон Божий. Вы знаете, правильный вопрос не должны ли мы исполнять нравственный закон Божий. Правильный вопрос, почему мы исполняем нравственный закон. Не должны ли мы или нет, а почему мы его исполняем. И ответ, единственный правильный ответ, это потому что мы его любим. А любим мы его, потому что мы любим того, кто ради нас отдал свою жизнь. Поэтому мы это делаем. Не потому, что это нас спасает, потому что мы не можем законом спастись. Мы спасаемся благодатью Божией через веру в того, кто единственный праведник, и чья праведность превосходит любую праведность. Потому что мы имеем жизнь вечную, и нам привита праведность Христа. Потому что мы хотим быть похожими на Него. Посмотрите, Бог говорит, я совершенен, будьте вы совершенны. Вот почему мы хотим исполнять закон. Потому что этим мы будем светом и солью. Вы видите, как это все взаимосвязано? В прошлый раз мы говорили, будьте солью и светом. Превосходящая праведность Христа и христианина, это на самом деле есть свет и соль. Тогда, когда мы живем этой праведностью ради Христа, чтобы люди... прославляли Отца нашего Небесного. Да поможет нам Господь в этом. Аминь. Давайте с нами и помолимся Богу.